Снежными заносами на улицах и во дворах занимается уборочная техника. Она приходит на помощь жителям, которые поддержали общегородскую акцию «Дружные соседи. Чистый двор». На Талсинской 2 работали экскаватор-погрузчик, 2 снегоуборочные машины со щетками, 3 самосвала, которые вывозили снег. В тот момент, когда мы снимали репортаж, уже было вывезено 250 кубометров снега. Впереди до конца дня планировали еще более 300. Производим работы по очистке парковок, приглашаем жителей. Жители сегодня откликнулись, и много парковочных мест удалось очистить с помощью жителей. Акция под названием «Дружные соседи. Чистый двор» в городском округе продолжается уже несколько дней. Жители откликаются на просьбу представителей управляющих компаний и сообща выходят на уборку снега. Так как надо чистить парковочные места, автовладельцы заблаговременно отгоняют на час-два свои машины на стоянке рядом, чтобы коммунальные службы за это время могли навести порядок и очистить проезды. Мы уже в одном из наших репортажей предлагали следующий порядок действий. Повторяем его и здесь. Если вы хотите, чтобы в вашем дворе было чисто, сообщите в администрацию по почте blag2015mr@mail.ru удобную дату и время. Помните, важно принять решение коллективно всем двором. Приложите к письму список с номерами телефонов тех, кто готов убрать свой автомобиль. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.